Привет, зрители. Я тут думаю, что она приперлась обратно и скочит так странно. А у нее, по ходу дела, опять очередная живность. Мышка вроде. Или не мышка. Что это такое? Или это ящерка? Лизка, кто это у тебя, блин, такой? У меня тут свет включен, конечно. Ты только ее сожри, пожалуйста, ладно? Не надо мне тут всякую хрень оставлять. Кошка, смотри за живностью, ё-моё. Я тут несколько дней камеру не включала. Хотя я тут, в принципе, не особо и долго. Я сегодня решила посвятить день, ну или хотя бы часть дня гамаку. По-моему, это ящерка. Ты пошла по этим самым, да? Я еще подумала, может, она лягушку сюда приволокла. Думаю, хорошо, что у меня тут некоторых родственников нету. А то был бы трындец. Утром она поймала какую-то жопу с ушами, которая тут где-то ныкалась. Я надеюсь, она ее съела. Я пытаюсь просто одной рукой закрыть сумку от камеры. Сегодня узнала, что моя троюродная сестра вышла второй раз замуж. Ну, как бы я истинный слоупок подозреваю, что она второй раз замуж вышла уже, может, где-то год назад. Муж у нее работает в Турции. И она сейчас к нему туда уфинтюрила. Ну, не сейчас, но где-то, может, месяц назад. Ну да, я слоупок. И это та сестра, которую, мне кажется, я в реальной жизни ни разу не видела. Я только ее родного брата, моего троюродного брата, видела в реальной жизни приличное количество раз. И в детстве даже он как-то у нас с дедом, с родным младшим братом дедушки, жил на Механке. Даже фотки где-то есть. Только они, скорее всего, или Only Friend. У меня там такая жуткая стрижка. Или вообще в альбоме несканированные. Алиска, с первой этой самой тебя. Тут у меня фонарик горит. Не надо ее тут упускать, а? Она ведь, между прочим, не мышка. Она, на меня кажется, более юркая. Ну, прикинь, зритель, она поймала эту более юркую хренотень. Может, мне как-то этот соединить сейчас? У меня тут заряжалась, а я хотела сразу скинуть. Нашла время чесаться. Скинуть вот по этому проводу на ноут. Сейчас, наверное, в гамаке помонтирую. Сегодня у нас пятница. Вторник, среда, четверг, пятница. Я тут 3 ночи и 4 дня. Так как мой зять, зять нифиг взять, так и не сделал свет обещанный года 3 или 4 назад, я уж не помню, когда это обещалось, а какой-то свет дневной длинный, так и не сделал, то включать свет, который там, особого толка не даст. По-моему, мы все-таки начали это жрать. А я хотела вблизи подойти и глянуть через камеру для особо зрячих, как оно выглядит. Не, мы начали жрать, но не до конца еще. Ты специально ее еще не начала жрать, да? Такая интересная. А где у нее хвостик? Маленький крокодил. Так ползут, интересно. Кошка. А, кошка, не упускай жратву. Если будет не жарко, я, может, до Прилуг доеду завтра. Вообще, я хочу доехать, ну, дойти до одного места по полю, я, правда, не знаю, дороги. Может, это в детстве в далеком было, когда у нас еще была лодка, я была маленькая, не боялась жоп с ушами. Был такой период. А мы обычно, мне кажется, вот мне почему-то помнится только, как мы с лодки шли, а как мы на лодку шли, я не помню. Может, и на лодку шли, только я не, мне всегда это запоминалось именно наоборот. Короче, еще хочу до Хамина-Степанова доехать, потому что прошлый приезд не случился. Но если завтра будет не жарко, и я сели сегодня монтаж, то можно будет доехать и залить. Будет называться «Алиская ящерица». Ты, главное, потом не блюй. С мышек перешла на ящериц. Я не пойму, она ее пытается сожрать или что она с ней пытается сделать?
Ой, блин, она ее хрустнула. Давай, жри уже это животное, маму твою. Кошку. Может, эта ящерица хвост откинула, когда эта дурында ее пыталась поймать? Они же откидывают хвост. Я море вроде ящерица-то, да? У меня у подружки ник на каком-то социальном мыле. Ну, в смысле социальной сетки, я море. С подобной аватаркой. Банка кошки. Кошка гроза этих самых. Для тех, кого очень сильно волнует судьба этой кошки в плане мамы. Она у меня на каплях. Боится котов. Не воспринимает их как котов, ну, в смысле, в том плане, как самка хочет самца. Короче, ладно. Пусть жрет.